Тот. Давай. Увидимся наверху. Ну, конечно же, готовится у нас класс D1 на старте. 5 минут до старта. Еще не все разгрелись и заняли самые интересные локации в лесу, поэтому можно прогреть аплодисментами тех спортсменов, которые стоят на старте. Это класс Б1. Пошумите, поддержите аплодисментами, пожелайте максимально громко, хорошей громки, классных результатов. Дайте шоу, класс Б1! Итак, класс Б1, приготовились! Напоминаю, что старт по сигналу главного судьи.
там отлетел. Ты не хочешь ехать? Что случилось? Блин.
Погоди. Давай. Садись, садись пока. Я не уберу, надо стяжкой ее прикрутить, Серега. Что такое? Стяжка эту под ножку. Ну нет стяжки. Есть стяжка. А как ты горку проехал? Мы тебя ждали. Не знаю, я там упал. Я не видел вообще. Какую горку? Первую. Самый первый и проскочил. Ну? Мы не успели посмотреть. Мы так боялись, что там нас снесут, что... Я уже могу. Спокойно. Что ты уже жрешь? Рано еще жрать. Как ты там заехал, блядь, все? Разбили, Русик, я был на этих горках, которые мы с тобой залаживали. Я все парень. Ну. Ух ты, нифига себе полетел он. Сука, давай. Все, подножка готова. Подножка. Лапку поравнять. Все, готово. Быстрый ремонт. Ты камеру не забывай вверх чуть поправлять. Все, ешь спокойно, там прям миг отдохнешь. Фары нет. Номер нет. Давай номер. Кафе. Ой, где фара? Бля, фара там лежит. Давай, ехай, там возле берез. Четко. Молодец, нормально. Сука, надо было воду наливать. Дай воды попить. На. Есть. Блять, как она работает, сука. Копай меня, тянуть надо. Нихуя не помогает. Вот эту вот часть оттянуть. Вот эту вот часть. Чик-чик-чик-чик. Так, дай пить воду. Как тебе будем? От меня похуй, зубы давай даже. Блядь. Никак. Не стяжки. Ну давай. Под эту. Нет, так надо, чтобы отчитываться. Теряешь, Серый. Да, надо стяжки, может. Посмотреть, за что спить. Да не, Руся, тебе надо отвалиться, блядь, одна горка пизда ей нахуй. Так номер надо наклеить куда-то. Да хуй я знаю куда. Давай номер. Блять, он, Русик, я мог. Все. Не, может стяжка, мне что-нибудь тебе зацепить? Нема, выкинься нахуй. Давай сюда. Подожди. Да, техника большая. И наша на это можно. Короче, Серый, карточку в кармане. Давай, давай, куда-нибудь. На КП подъедешь? Можешь сюда наклеить? Сюда клей давай. Да, вот. Карточку. А она карточка тут, здесь? Вот. Все, да. Тут ты не потеряешь. Следи за ней только. Давайте. Ой, пока, нахуй.
Молодец!
девчонки впереди, соберись. Серьезно, три подряд. Я понял. Начала сводить все мышцы. Куда я сладкую воду забрал?
Давай, тяжелей. Они эти модные двухтактные. Да, блядь. Покажу класс. Блин, ничего не видно. Да. Привет. Боже, страдания. Завод. Завод хорошо. Блять.
что они на второй? Я не знаю. А он просто не заебали нахуй домой падать. Я на своем мотоблоке по кругу еду, ну валяю. И тот, и смотри, как разрыли, блядь. Я заезжаю в колею, и она в место садится, и все, и я никуда. Пацаны! Надо пацаны, жалко. Приготовьтесь ловить! Блять, а в обратную это все, завтра в обратную сторону. Да. Записано. Сейчас вонючка. Захар, ебош, давай! Второй круг могу.
будет такой. Сука, что это я? Нулся, блядь. Сука.
было большое. Из-за этого много ошибок наделал, которые забирают время. И ты сейчас вот едешь, сейчас можешь немножко отдохнуть. Okay.
Смотри, как капот упал. Yeah.
еще два принесу, которые в машине. Одного хватит. Одного. Все, одевай. Отправляйся его ехать, и я пойду в машину, возьму два батончика, и он там там попьет. Воды возьму, да. Здесь полная вода. Я тут насиганул, еще не хватало воды. Бля, сядь, сейчас помчу нас. Ты же не хотел сладкое, там соленое. Пиздец, ребята, нахуй, там такие орки, вы, блядь, пиздили, нахуй. Стой, я, не блядь, надо, не надо. Я охуевал, я разъебываю, что я падаю под нос. Поехал. Первый был, блядь, 50 минут это он ехал. Второй дня быстро. 15.05. Круг хорошо, блядь, 55 минут. А второй, блядь, за 35 минут. Сейчас остался, да? Да, газуй, газуй. Но же кнопка работает. Я не работаю. Не работает кнопка. Да, а, работает? Блять, нахуй. Я сам махер, во, работает. Все, братья, помню, давай. А где гард серый? Что? Блядь, сломалось. Да ничего не сделаешь. Да, будешь стоять. Заезжай, пофиг. Раз разгону. Смотри, куда надо. Все, готовься. Хуйня.
Такой дождь.
формы с основателями. Да, чтобы, бери тело. Чтобы не промахиваться. Чтобы за все бревна цепляться. Подножка, блядь, смотрю, уехала. Все уехала. Еще уехала. Батя, что за ним колесо творится? Да я попал, блядь, хуй поймешь, какой металлолом, блядь, накрутило там пиздец. Я чуть-чуть... Я поднимался на горку и попал в эту хер пойми что. Пришлось с этой херней подниматься. Давай отъедем, блядь, может. Один круг можно выдержать через силу, бля. Всё, нахуй. Сука. Где-то провод не доходит электричество. Да. У меня руки нахуй не поднимаются вообще, посмотрите, я, блядь. Без сил, нахуй. Не, я себе скажу, что горки заезжаю. Но, блядь, он, сука, тяжелый. Кстати, я видел мужика, который на КТМ V1 нахуй тут. Если без сидушки кружок уебать. Выскочил на защиту, я не знаю где, блядь. Я там летел, ты себе представьте, может, я сам даже удивлялся, как я мог заехать на эти горки. Это, вот эти вот все, которые мы с тобой ходили, я сейчас заехал на все. А на обратном кругу, получается, еще часть тут вот, ты должен вернуться и вернуться сюда в круг. Ну, сделано неплохо, но ты вот не подловишь, где как вот, только если проедешь, ты уже будешь понимать, где как ты едешь. Тут эту большую волну мы обходим, а на обратной стороне мы объезжаем вот этот, вот где мы стояли с тобой, думали, что будет ехать прошники там. Все, второй раунд. Сейчас упадет. О! Подожди.
Привет. Блять, ну я не знаю, тебе придется немножко подождать. Давай, я тебе помогу. О, давай, я тебе потом помогу тоже. Давай еще. Поднимешься по лесу. Блять. Сука. Тяжелый, сука, блять, это. Мотоцикл. Сейчас судорога хватанула. Сейчас я его поставлю. Блять. Раз, два, взяли. Опа. Минутку. Давай курнем. Какой кур? Второй. Я тоже, блядь. Бля, я на первом просто охуел. А, блядь, то же самое, я. Я стоял, все было заебись. Я поехал, блядь, как будто вообще у меня сил нету. Да, то же самое, блядь. У меня руки нахуй вообще мотоцикл не держат, блядь. Я еду, как, блядь, желе какое-то. Это пиздос. Фу, блядь. Сегодня нету, блядь, костяшки? Костяшки для чего? А, стяжки нету, блин. Подожди, что тебе придумать? У меня есть. Есть? Может, ну, чего, битва? Бля, ну вот такие вот горки, это пиздец. Согласен. Не, есть нормальные, ну они как бы и на первой передаче даже заезжают. Ну бля, вот эти бревна. Не, эту можно было заехать без проблем, если бы этого бревна не было. Ну если бревна бы не было, да. Ну. Меня судорога уже хапанула, блядь. Педалька отогнулась немножко. Ну, да, все. Ну, давай. Субтитры сделал DimaTorzok.
знаю. Какой номер? Да. Все? А сколько времени осталось? 23 минуты. Thank you.
нет меня. Судороги сводит песок этот. Что? Пойдет. Блять. Камень вот под низом. Хотя он через эту не проскочит. А там проезд есть, нету? Ну вот только если так. Можно, да? Не пойдет, она через эту дверь не перескочит. Это же, блин, не КТМ. Разминочка. Это ж... Фу, блядь. Я внизу! Цепь упала. Цепь упала, блядь. Все, цепь упала. Я тут! Наверх поднимайся! Что? Подожди. Держи, держи. Держи его. Я попробую там, да. Спасибо. Извиняюсь. Но в песке эта техника не сильна.
Подожди, я только сниму шлем. Потому что, бля, это так жарко, что просто капец. Сейчас хрнем давай минутку, хорошо? Как мышцы? Ну, бля. Не, ну сейчас второй круг немножко легче. Толкучки нема такой. Я тебе скажу, что прошненькие Б3 сделали еще хуже. Они поразбивали песок. Ладно там, там надо было отправлять сначала нас, а потом их. Ну да. Потому что, бля, вот сейчас сюда вот заехать, особенно вот еще на таком, то все. Труп. У меня вот полностью начинает болеть так. Весна, бля. После зимы. Все мышцы. До финиша вряд ли успеем. Тут КПП. Наверное, осталось 15 минут доехать. И нечего там ехать на этот финиш. Ну, в принципе, ничего сложного. Ну что тут у вас? Поломались? Не. Все нормально? Да. Thank you.
как зовут тебя? Сергей. Понятно. Завтра поедешь второй день? Да. Надо на лайте завтра, блядь. Подожду около карьера, чтобы заскочить. И будешь заезжать, бери правее, там легче. Там на эту большую горку, да? Знаешь эту горку? Горку сбоку заеду. Точно? Ну, попробую, да. Просто сказали на КП то, что вы уже не успеете. На следующее, да? В принципе, уже все, уже конец гонки. Я понял. Сказали, чтобы вы выезжали на дорогу. Вот сюда, да? Да, ну тут поверните просто по прямой, напрямки идти на дорогу. Понял. И туда. Я понял тебя. Сказали ехать и все. Все хорошо. И чтобы вы приехали и отметились. Понял. Подъехали к палатке и сказали, что вы с золотого КП. Золотого КП. Ну вот эта часть. Понял, понял. Хорошо. Чтобы не вас не искали. Я понял. Хорошо. Спасибо. Я подожду его. А он нормально выезжает? Да, да, он выехал, я помог. Он сейчас там стяжкой эту штуку затянет. Золотого КП. Я понял. Сюда подъезжай. Золотая пристань, что ты помнишь? Что-то такое, золотая пристань? Да, или что? Нам сказали ехать на палатке. На дорогу выезжать. И сказать, что мы к золотой пристани подъехали на КПП. То, что уже гонка закончилась? Гонка закончилась. Здесь вот сюда просто и... на дорогу и туда. И налево. Поехали.
Нам сказали, что нужно приехать и сказать, что мы доехали до Золотого КП вдвоем. Отметиться, потому что он тоже... Да, Приска. Да, да, что-то там Золотого. 93-й. Все, спасибо. После тебя... Молодец. Давай, до завтра. Монстр, блин. Сколько финисок кругов навернулся? Один и второй, наверное, половину, потому что доехал до второго КП, и его сказали, что едь, отмечайся, гонка закончится. Хорош. Четкий, блядь. На заднем от него оторвался.